будешь знать.
Нечего здесь бояться. Я рыцарь-паладин Гелибор. Добро пожаловать в благую землю Ауриэля. Ауриэль, Ауриэль, Алкош, Акатош. Много разных имен у повелителей снежных эльфов. Предпочитаю называться снежным эльфом. К фалмерам путешественники относятся с предубеждением. Несчастных, которых вы называете фалмерами, я зову преданными. Конечно, вам нужен лук Ауриэля. Зачем бы еще вы могли явиться? Я могу вам помочь заполучить его, но сперва мне нужна будет ваша помощь. Я прошу тебя убить викария Виртура, моего брата. Родства между нами больше нет. Я не понимаю, чем он стал. И он уже не тот брат, которого я когда-то знал. Это все преданные. Они что-то сделали с ним. Я только не понимаю, почему Ауриэль это допустил. Они напали на храм без предупреждений и стали убивать всех без разбора. Благая земля всегда была местом мирного поклонения. У меня под началом был небольшой отряд паладинов, но куда нам было тягаться с ордами преданных? Они перебили всех и штурмовали внутреннее святилище. Вот тогда-то, кажется, они что-то сделали с Виртуром. Он жив. Я его видел, но что-то не так. По виду не похоже, что ему больно, или что он томится в заточении. Он просто стоит и смотрит, как будто ждет чего-то. Оставить дорожные святилища без охраны значит нарушить мой священный долг, как рыцаря-паладина Ауриэля. К тому же нападение на преданных, засевших во внутреннем святилище, окончилось бы только моей смертью. Да, позволь показать тебе. Называется дорожное святилище. Их использовали для медитации и для перемещений, когда благая земля была местом просветления. В этих святилищах прилаты учили посвященных мантрам Ауриэля. А что означает эта чаша в центре? После чтения мантр посвященный погружал церемониальный кувшин в чашу в центре дорожного святилища и переходил к следующему святилищу. Выходит, этим посвященным приходилось таскать тяжеленные кувшины с водой. Великолепно. И долго они их так таскали? Когда просветление посвященного завершалось, он приносил кувшин во внутреннее святилище храма. После того, как посвященный выливал содержимое кувшина в священную чашу, он мог войти, чтобы побеседовать с самим викарием. И это только для того, чтобы потом все вылить? Как по мне, совершенно бессмысленно. Это символично. Нечего было и ждать, что ты поймешь. Ладно, займемся этим. И мы должны проделать всю эту ерунду, чтобы попасть в храм, убить твоего брата и заполучить лук Ауриэля? Я знаю, как все это звучит. Если бы был другой путь, я бы сам давно это сделал. Единственный способ добраться до моего брата — пройти по следам посвященных. Переходя от одного дорожного святилища к другому, как это делали они. Первое святилище находится в конце вечернего перехода. Это пещера, которая символизирует отсутствие просветления. Всего их пять, и они довольно далеко друг от друга. Все на благой земле. Пещеры? О нет. Благая земля, как ты очень скоро обнаружишь, это не просто несколько пещер. Но прежде чем я отправлю тебя в путь, тебе понадобится кувшин посвященного.
каждого святилища ты найдешь призрачных прилатов. Они позволят тебе зачерпнуть воды из чаши святилища, как если бы тебе уже удалось достичь просветления. Возможно, это наша последняя беседа. Если у тебя есть еще вопросы, советую задать их. В противном случае, все, что я могу тебе предложить, это моя надежда на твое успешное возвращение. Совсем не так неприятно, как я ожидала. В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного теплее. Доверяю своему слову. Кто там? Кто там? Хорошо, доверяю своему слугу. Будешь знать. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху.
Мне всегда хотелось увидеть что-то подобное. Это стоило всех усилий. А ты еще откуда? А ты еще откуда? А ты еще откуда? Цепи и ловушки. Смотри осторожнее. Что бы ни было на другой стороне, фалмеры хотели сюда. Да.
очередное дорожное святилище. Ну вот, пожалуйста. Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. Ну давай, лук должен быть где-то в этой долине. Кто там? Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище зрения. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Я не любительница солнечных ванн. Но даже они лучше, чем это.
доверяю своему слуху. Опять пауки? Мне те, что дома, больше нравились. А ты еще откуда? Эти штуки повсюду, да? Тебе удалось добраться до дорожного святилища учения, посвященный. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Ауриэль благословляет тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу и вечной мудрости. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Тебе не кажется, что этот лед немного тонковат?
теперь у дорожного святилища разрешения. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Тогда вперед, дитя мое, и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища. Чудесная скайримская колода, на которую все только и твердят. Пусть свет Ауриэля защитит вас от врагов.
там? Там. Хорошо, что я доверяю своему слуху. Будешь Ты видишь? Невероятно. Бедняга. Я думаю, он бы попытался нас убить, но все равно. Что там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Будешь знать.
Похоже, ловушки у них получаются лучше, чем мосты. Странная раса эти фаулеры. Будешь знать. Будешь знать. Здесь что-то не так. Будь осторожней, у нас могут появиться проблемы.
Тебе что-нибудь нужно? Что-нибудь слышишь? Еще откуда?
тебе удалось добраться до дорожного святилища сияния, посвященный. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Да пребудет с тобой благословение Ауриэля на пути к внутреннему святилищу и окончательному просветлению.